Мы продолжаем Dead Effect 2, 19 уровень. И давайте попиздим с этой. Донет, говорите, что теперь? Тебе нужно найти и уничтожить нового киборга. У меня есть несколько наводок из сети, сейчас он должен быть в доках. Новый киборг? Если Белику удастся отладить прототип, он сможет начать клонирование новых киборгов. У нас нет никаких шансов против армии этих монстров. Если мы уничтожим прототип, то мы его немного задержим. Я пытаюсь найти слабые места в найденных тобой данных. Надеюсь, нам это поможет. Он сбежал, значит, он боится. Будет легко. Поехали. Вперед. Так, давайте. Тун-тун-тун-тун-тун. Начинаем задание. Так, убираем кошмар. Ставим тяжелую. Кстати, прикольно. Я начал проходить второстепенные задания на адском уровне. Глава 20. Суперсолдат близко, но тебе нужно определить его. Опередить его. Ну ты чё встал-то? Так, помчали, помчали, помчали. Кстати, оружие я практически полностью прокачал. Мне осталось буквально один раз. Один раз улучшить мощность. И в принципе все. Осталось действительно один раз улучшить мощность. Хотя, по-моему, кодек еще один нужно прокачать, но, собственно, не особо важно на самом деле. Нет, кодек я все прокачал. Да ладно, похер на самом деле. Короче, самое важное это то, что осталось один раз улучшить мощность. Там нет ничего сложного, я смогу помочь тебе. Тебе просто нужно убить суперсолдата. Тачки застекли маскировочный механизм ниндзя, действуй осторожно. Ты умная, блядь, дохера. Действуй осторожно. Ничего, что там ниндзя. Блин, с 37, вот прошло пару часов, пока я качался. С перерывами, вот. С 37 до 46 поднялся в своей смерти. Так, чё, куда мне идти? Так, вон там вот кто-то бежит. Мне показалось, нет, не показалось. Стоп, 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 стоп. Что с тобой? Так, этот спуск вниз. Нет, он мне не нужен. А то тупик. Вон бегает, падла. Вот тут сейчас выйдет. Должен выйти. Вот она, скотина. Получи. Обожаю это умение, на самом деле. Оно прям шикарное. И вот это, кстати, против толпы зомби, вот. Просто представьте, стоит толпа зомби, вы юзаете это умение и считаете, что вы полностью отхилились. Как по мне, это просто шикарно. Слышь, хорош, ах ты, сука, со спины напал. Да как ты посмел? Настоящий ниндзя нападает. Хуй его знает, как он нападает. Как удобно, так и нападает. Вот этих тварей ненавижу. Ах ты ж, блядь. Ну хватит, хватит, хватит. Стой, стой, стой. Стой, у меня здоровье. Да, блядь. Хватит, ребята, у меня здоровья мало. Интересно, с какого хрена я сейчас подхилился? Ладно, стой. Стой. Ну куда ты? Так, подошли ко мне. Подошли ко мне и приняли свою смерть. Один принял. Вот он настоящий ниндзя. Где остальные? Я вот тут вот постою, подожду вас, да? Еще проблема в том, что я не вижу, точнее, я даже не то, что не вижу, я даже не знаю, сколько этих ниндзя-ботов бегает. Вот эта собака, допустим, одна. Но, по сути, больше нету никого, но он последний остался. Хотя вот еще какой-то бегает чел. Че ты там стоишь? Командир Децимс. Эй, Кей, я рад, что ты решил навестить меня. Белик собрал все свое дерьмо до кучи и освободил меня от цепей. Так что на этот раз я точно убью тебя. Фигня, ты придурок. Давай покончим с этим. Эй, в спину не стреляй. Да хорош, 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 тихо. Ты где? Где ты? Он где-то тут. Вот он, вот он, вот он. Так, он умеет летать. Окей. Это понятно. А еще это падла умеет щиты ставить. А вот это вот уже неприятно. Стой. Хотя, блин, он что-то какой-то лайтовый совсем. Я, хотя, стоп. Ни хрена он не лайтовый. Стой, подожди, секунду. Так, мне в принципе... Так, нужно пойти подхилиться, я знаю, где хилка тут. Вроде как помню, нет, это другой уровень совершенно. Блять. Как так получилось, объясни мне. Все, стой, стой. Да пошел ты. Короче, хилка где-то есть внизу, стой. Да не стреляй ты, блин. Ты видишь, я занят. Бля. Лох. Опять щит поставил. Короче, в принципе, его можно атаковать в упор. Точнее, пока он вот так в упор стоит, он не стреляет по мне. А этой своей Хайменом он не дотягивается.
Да я ошибся, что он не стреляет. По мне все, он стреляет, скотина. Ошибись. Ну, хорошо, что мы немножко подкопили кристаллов, поэтому мы можем воскрешаться, сколько мы захотим, и не терять прогресс. Где ты, падла? Уйди нахер. Сюда подлетел и принял свою смерть, как истинный сука. Запрыгни ко мне, давай. Нахера я начал перезаряжаться? Стой, стой. Опа, мимо, подхилимся. Удар. Стой, не стреляй, друг, вот не надо стрелять. Давай, мы с тобой сражаемся в рукопашную. Ну, точнее, ты в рукопашную, а я тебя просто расстреливаю в упор. Потому что ты, блядь, неповоротливая скотина. Мне эта хрень достала, которая выползает. Куда ты делся? Суперсолдат, это я. Ты заблуждаешься. Ты заблуждался, суперговнюк. Отлично, отлично. Хорошая работа, Кей. Теперь нас ничего не остановит. Зашибись, теперь у меня и ботинки легендарного уровня есть. Мне осталось, по сути... Да, мне, по сути, остались только штаны. Зашибись, я за 5 минут... Прошел задание. А, знаете, это прекрасно, потому что я потратил хуевую тучу времени. Так вот, мне еще перчатки остались. Легендарные, то есть штаны и перчатки. И вот самое интересное, я потратил где-то, ну пускай где-то час времени на то, чтобы прокачать уровень. И что мне говорят? Чувак, ты прошел миссию за 5 минут, иди гуляй. Серьезно, блин. Бесит, ладно. Что с тобой, можно поговорить? Хорошая работа, Кей, но мы еще не закончили, нам нужно немного подготовиться. Следующее задание. На данный момент нет ничего важного. Но ты можешь просто валяться в постели, мы должны быть наготове. Скоро прибудет спасательная эскадра. Пока есть время, нам нужно модернизировать нашу базу. А тебе продолжат обучение. Белик. Что там с этим гадом Беликом? Мы разберемся с ним, но он прячется. Я думаю, что он будет прятаться до прибытия спасательной эскадры. Какой план? Все тот же. Мы должны получить новый контроль над кораблем. Что потом? Мы запустим основной двигатель и отправимся на Тау-Сити. За ККМ Меридиан полностью оборудованный колониальный корабль. Благодаря колонированию и технологиям Dead Effect столько возможностей. На Тау-Сети мы построим нечто прекрасное, о чем люди даже мечтать не могли. А если Тау-Сети не хватит, у нас есть целая галактика. Для тебя и меня. Чё ты, блядь? Ладно, следующее задание, возвращайся позже. Пу-пу-пу-пу-пу. Блин, а вот знаете что? Походи, Миниген. Ты есть? Ты есть. Ты есть. Возвращайся позже. Ну так, 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 так. Серьезно, третья глава. Требуется дополнение побег с Меридиана. Короче, что я могу сказать? Я прошел игру. Да, я прошел игру, вторую часть. Потому что третью главу я не могу пройти. Почему? Да потому что она платная и продается за пятихатку. Так что условно я прошел игру, поэтому все. Вот, собственно. Ну, кстати, стой, стой, стой. Уйди. Уйди. Вот, собственно, побег с Меридиана. 600 рубасов. Как раз это, получается, и третья глава есть. Хм. Третья часть будет выходить, она не будет связана с сюжетом со второй частью. Получается, что если вы не купите этот побег с Меридиана, то вы никогда не узнаете концовку второй части. Шикарно. Ладно, я сейчас... Я... Посмотрю на взломках, может быть, найду взломку с полностью открытой историей. Если не найду, то ну, значит не нашел. Ладно, все, собственно, на этом все, конец. Короче, если сегодня или завтра выйдет итоговое видео по этой игре, значит это все, конец. Конец игры и конец этого прохождения. Собственно, что у нас по почте тут? Трансляции, персонал. На самом деле, я скажу так, что тут мало что интересного есть. То есть тут есть для тех, кто прям досконально изучает игру, пытается изучить. А по факту тут, ну так себе. То есть, в принципе, тут история просто... Предыстория, что, как и почему между вот этими персонажами центровыми. Что они общались, о чем говорили и тому подобное и так далее. Ну и по поводу шматья. Собственно, это продаем, это экипируем, экипируй. Все это продаем. И да, получается, что это имплант был. Да, это имплант. Ну, да, экипировать. Погоди, что ты даешь? Бонус к силе, нахуй мне нужен продать. Легендарная, блядь, продается по цене обычного. Зашибись. Ладно, короче, всем пока. Если сегодня выйдет итоговое видео, значит, продолжения больше не будет, и это конец этой игры. Если выйдет следующая часть,
Ну, значит, будет следующая часть. Все, всем пока.